военная техника, беспределом этих военных. Уже терпения нету. То приходит с Курчалоевского района, то с других районов. Приходят люди со своей болью. То в одном районе, то в другом районе. Вот эти зачистки. И никто не может. Приходит заявление прокуратуру отдают. Главе администрации отдают. Но все обещают, и никакого сдвига нету. Что должны сделать эти люди? Уже если в селе Старый Атаги, уже сотрудники милиции, если их считают там за боевиков, главу администрации, если избили, ну до каких пор? Их увезли, еще их не вернули, говорят. Ну за что эти люди должны страдать? Кому верить? Кому верить? Вот. Наверное, народу самому придется за себя постоять. Из дома забирает прямо. Если это беженцы, из дома забирает. Почему ты беженцы? Ты старый отогон. Это что за бумага у вас? Это заявление, ответ на заявление, которое мне дали. Нет, ФСБ дали ответ. Ничего не говорят. Ну простите, что говоря. На контроль взяли. Да, на контроль взяли. 11 месяцев идет, на контроль взяли. И все. И генерал Малтинской говорит, что вы стоите здесь за деньги, что вас сюда прислали за деньги. Как они ворвались в наш дом, что они сделали, вот показывают, даже по телевидению сами показывают и ответ дают, как будто их не знают они. Ничего.